В Люберцах прошел турнир детской футбольной лиги. На арене спортивного манежа «Спартак» встретились 8 команд. Как прошли матчи и чем ребят привлекает футбол, расскажем в сюжете. Первый в этом году турнир детской лиги городского округа Люберцы среди воспитанников футбольных школ собрал более 100 спортсменов. Для многих это первые соревнования такого уровня. Я хочу часто забивать мячи в ворота. На это я занимаюсь футболом. Я хочу забивать голы, чтобы кубки получить. У меня очень друзей много благодаря футболу. Пока команды борются за мяч, на трибунах их поддерживают и товарищи, и родители. Болельщики переживали поражение и радовались каждому забитому голу. Очень сложно на все это смотреть. Они такие маленькие, они такие беспомощные, можно сказать. Вот. Но сильные духом, молодцы, борются. Сегодня я пришла как болельщица, потому что я очень сильно люблю футбол. Футбол – это не только мужская игра, но еще и женская. Я уже играю в футбол 6 лет, есть очень большие результаты. Стать профессиональным футболистом стремятся многие из этих детей, поэтому не пропускают тренировки и внимательно слушают тренера. Безусловно, азарт сумасшедший. Еще подкидывают азарта родители, болельщики, которые постоянно их мотивируют, стимулируют для того, чтобы они играли в футбол. Сегодня у нас на площадке ребята 2014-2015 года рождения. Это, наверное, один из самых первых их турниров. По результатам матчей больше всего голов забили игроки футбольных клубов «Люберцы», «Тамелинского урожая» и «Кометы» из Лыткарина. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.